Портрет Александра Сергеевича Пушкина, созданный Киприянским после возвращения поэта из Михайловской ссылки, по праву относят к шедеврам русской живописи. Заказчиком полотна стал барон Антон Антонович Дельвик, близкий друг Пушкина еще со времен учебы в Царско-сельском лицее. Сеансы позирования проходили в доме графа Шереметьева на Фонтанке в Петербурге. Портрет отличает безупречная выверенность постановки фигуры и позы поэта. Через его плечо эффектно перекинут модный аксессуар – шотландский плащ с клетчатой подкладкой «Экассез», который придает замкнутость силуэту и апеллирует к романтическим мотивам эпохи. Творческое призвание поэта символизирует включенная в композицию бронзовая статуэтка музы с лирой в руках. Задумчивый облик Пушкина отсылает к его строкам. «Служение муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво». При взгляде на портрет рождается ощущение гармонии, которое может послужить живописной аналогией ясности и стройности пушкинского слога. Поэт высоко оценил работу Киприянского. Увидев картину, он откликнулся стихотворением, в котором звучат следующие строки. Любимец моды легкокрылой, хоть не британец, не француз, ты вновь создал, волшебник милый, меня питомца чистых муз. Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит. Портрет экспонировался на выставке 1827 года в залах Академии художеств и получил множество восторженных отзывов. Киприянский очень удачно уловляет сходство, это качество отличительная черта в портрете поэта Пушкина, им недавно написанного. Мастерское произведение. Гений поэта как будто бы воодушевил художника. Огонь вдохновения сам изобразился на холсте и в чертах его. И художник вполне выразил в его взоре светлый луч высоких творческих дум, писал Иван Сергеевич Мальцев. Понравился портрет и Сергею Львовичу Пушкину, считавшему, что это лучшее изображение его знаменитого сына. Сам Пушкин очень дорожил полотном Киприянского и в 1831 году выкупил его у вдовы Дельвига. В 1916 году Совет Третьяковской галереи приобрел это произведение у Григория Александровича Пушкина, внука поэта.